пошли наши! Наши пошли! Пошли, инопланетяне! Увидели, начали стрелять! Где? Наши отступают! Отступают! Отстреливаемся, давай! Давайте, давайте, стреляем! Бах, 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 бах! Хорошо! Стреляем, я говорю! Пошел Бельский! Отлично! Бах, бах, всех убил! Снял каску, подошел! Текст! Кто умел лежать-то? Дайте мне танки! Армию и ракеты! Я успею! Я спасу эту грешную землю! Все, стоп! Нет, ну что, ничего, ничего. Компьютерная графика с... К основным съемкам еще не приступали? Альберт Семенович, а мы не можем пока к ним приступать. Потому что до сих пор не решена кандидатура актера на главную роль. А что такое, почему? А вот так вот. Мы же давно утвердили Бельского. Мы, да. А он, нет. Обложили. Угу. Альберт Семенович, ну вы посмотрите, как этот Бельский ваш играет. Это штамп на штампе, клише на клише. Мне уже надоело это рожа. Это не рожа, это теперь медийное лицо. Да оно сожрет у меня весь актерский бюджет. Ты чего хочешь? Шпагина он хочет. Да. Кого? Петю Шпагина? Угу. Да его 5 лет уже никто не берет. Ну и дураки, что не берут. Он, между прочим, в 17 лет сыграл у Меньшова Оскар, в 30 лет сыграл у Михалкова Оскар, у Сакурова... У Сакурова не сыграл он ничего. Запил тогда. Вот, а теперь тоже зашился и где-то даже серьезную работу нашел. Ну вот видишь, как хорошо, что его перестали снимать. Нет, никто не спорит. Он, конечно, был талантлив. Был. Но сейчас он лузер. Что это? Ну... Неудачник, значит. Значит так. Кандидатура Шпагина в главной роли даже не обсуждается. Это катастрофа. Он непредсказуем. Он или завтра запьет, или морду директору набьет. Ну и правильно. Я, между прочим, тоже непредсказуем. У меня справка имеется. Желать проверить? Нет. У тебя все на лице написано. Ничего не знаю. В общем так, или Петя Шпагина, или я. Мира Израильна, да. Найдите-ка мне этого Шпагина. Пригласите обоих. Посмотрим завтра, что из этого получится. И не забудьте, пожалуйста, как обычно. Кто, я, что ли? Ну, тихо. Когда это я забывала? Всегда. Всю жизнь работаю. Не знаю, так меня еще никто не обижал, Альберт Семенович. Мама, открой! Мне Любку подмыть надо. Папочка еще со вчера обещался помыть. Тише. Ой, слезы-то какие, прошу. Да, вот бабушка наша.
зараза такая, ты что опять делаешь, а? Сейчас возьму отцовского на ремень и выпарю тебя. Мало не покажется. Посмотри на меня, я с тобой разговариваю. Ну, мама, она что, опять на моем платье ногти красила? Ничего страшного, она все равно черная. Вот именно. А ты знаешь, почему такие дуры, как ты, прыщавые? Вера. У них из-за неустойчивой психики гормональный фон разрушается на всю жизнь. Поняла? Не веришь? Вы на это залезь. Сама залезь. Тише, 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 тише. Ай. Тише, тише, дорогая моя, сейчас будем есть. Ну все, я не могу больше в этом доме жить. Так и не надо, между прочим, было приватизировать эту халупу. Сейчас бы по очереди муниципальное получили. А кто ж виноват-то, что твой папа боится зарплату свою показать? Можно ж было кредит взять, новую квартиру купить, а это сдавать. Так ведь на кредит-то еще надо документы собирать, да, Петь? Хоть бы посуду помыл. В самую тему попали. Вот до тебя добрались, папуля. Тихо. Ой. Тихо. Всем тихо. Алло? Да. Ой. Да, я помню, вы звонили. Да, 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 да. А как раз эта позиция у нас представлена по всей линейке. Да, да, конечно же, у нас есть доставка на дом. Тихо. В любое для вас удобное время. Тихо, 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 тихо. А по какому адресу? Ух, из маминой, из спальни. Конечно, конечно. Ивану ей. Нет, 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 это я не вам. Это я не вам. Любка плачет. Обязательно покупайте очень хороший продукт. Сама пользуюсь. Кожа, как у младенца. Ну, с добрым утром, Петр Алексеевич. Счастье тебе, полные штаны. По черной полосе иду я, никогда белый не дойду я. От жизни многого и жду я, и пусть страдания мои в уделу. Мне в жизни не везет, но все же я верю, небо мне поможет. Пускай других досады гложет, когда мне крупно повезет. Thank you.
А вот смотри, царапина здесь. Ну куда он вам такой? Ну, ребят, ну оставьте мне как память. Хорошо. На проезд хотя бы оставьте, ребят. Ну, пожалуйста, метро. Пожалуйста. Ага, спасибо. Спасибо. Я доброжелателен, ироничен, уверен в себе. Это свидетельство успеха, люди чувствуют это, наверное. Извините, Павел Михайлович, можно? То есть, Егор Михайлович? Можно Машку-Заляшку? А ты попала в штраф за опоздание. 20 убитых енотов! Намек понял? А наш Швагин, наверное, опять пожар тушил. Или, может быть, кошку из проруби вытаскивал, прошлогоднюю. Какая прорубь? Сейчас же лето. Ну, лето. Или нет уже? Лето. Лето! Ну вот что, герой! Мир без тебя спасут. Да. Здесь специально обученные люди. Работать сначала научись по-нормальному! Утром пришел, вечером ушел и забыл все киби. Че так выделился-то? Да. Я тут документы кое-какие начал собирать. Мне справку от вас надо в банк. Ну, о доходах. Вот. Для получения кредита. Молчать! Смирно! Справка ему, видите ли, нужна моя о доходах. На вас-то банкир. Это... В магазине у Джафара снова засадилась канализация. Да. Там все затопило. Да. Проводка сгорела нахрен. А ты ходишь, ой, хрен знает где, что я за тебя работать должен. Кто у нас мастер? Золотые эти руки. Ты или я? Он. И смотри там, чтоб Жафар не жаловался на тебя, что ты снова с этой... Мирослав. С Мирославой, с Молочного флиртуешь. Его она, баба, понимаешь, что? Ага. А у тебя своих полный огород дома. А ты... Это вам, Петенька, не в кино девок тискать. Артист. Да. Так что иди. Это, бегом, переодевайся. И вперед из песни. Они уже... Пять раз уже звонили. Угу. Я аварий-то... Вызвал. Вызвал. Угу. И смотри, если хоть одна жалоба на тебя еще будет, полетишь с этого блатного места прямо на кинофестиваль. В Каны. И бегом. Понял? Артист. Что-то мне этот цирк начинает поднадоедать. Надо было взять какого-нибудь вгиковца. И не мучиться. Угу. Правильно.
дорогу, так сказать, молодым. Прошу. Сочинение в таджикской школе 1 сентября. Тема «Как я провез это». Телефон! А что ты не разжигаешь? Уйди отсюда. Так, дорогие мои, приготовились к съемке всем. Мое почтение. Привет. Добрый день. А где Израиль-то? Что это за номер? Алло? Алло! Алло, Петенька! Мирослава, говорят, у вас там опять что-то засорилось, затопило, замкнуло, да? Я сейчас потушу, прочищу, замкну, да? Как говорится, через секунду я у ваших ног. Да, зовите как угодно, хоть Мирослава, хоть чертом лысым. Дай это мир за Израиль, с мультфильма. У нас еще не засорилось. А то, что вы бежите к нам и через секунду будете у моих ног, мне так приятно, так приятно, так хорошо. Сам Александр Сергеевич хочет с вами встретиться. Невский! Ну не Пушкин же, а? Я все три месяца только вас предлагала, только вас рекомендовала. Хотел даже вчера вам позвонить, но устала, дико устала на съемках. Понимаете, рано легла. Да, рано легла. Так что немедленно приезжайте, такси оплатим. И это самое, адрес. Записывайте адрес. Секундочку. Ага. Славушка! Ой, как же я по вам соскучился. Еще это вдруг? Ну как же, ну, мы как-то разговаривали с тобой, то есть с вами. Ну, о том, о сём, понимаете? А мы вас тут ждем-ждем, ждем-ждем. А вы вот явились и не запылились? Вообще-то я еще не явился. Ну, то есть явился? Нет, не явился. Я должен уйти. Ну, вернее, мне срочно нужно ехать! А я вам что, такси, что ли? Ну и... Ехайте, пожалуйста. Зря только весь подвал затопило. А вот Джафар придет, я ему скажу, что вы здесь были, а потом куда-то слиняли. А? Точно, слинял, но за инструментами, ладно? А у вас там что, в ящике? Огурцы, что ли? Пожалуйста, не погубите. Я быстро, я туда и обратно. Мигом, ладно? Туда и обратно. А вроде бы приличный человек. Да не там, левей, дыми-то. Ну, мир Израильна! Да, я здесь! Мир Израильна! А где у нас Шпагин? На гриме, на костюме? И почему вы мне постоянно не даете нормально поздороваться с актерами? Да вот он, уже бежит. Где? Да вот он, не узнал? О, Господи! Петька, ты что ли, а? Дорогой ты мой, а? Да сними ты с него эту байду. Александр Сергеевич? Да. Роль-то большая? Ну ты, Петька, поправил, что ли, возмужал? Мне текст еще не дали. Очень рад. Очень рад тебя видеть. Я тоже. Очень рад. Спасибо, что не забываешь старого приятеля по кинематографу. Помнишь, как мы рекламу с тобой снимали? Да. Ой, Петь, как я с тебя боролся. Как я с тебя боролся, если бы ты знал, очень сильно боролся. Ну, а ты, Петь, понимаешь, кризис. А потом продюсеры мне обещали, что следующий фильм я буду в Таиланде снимать. И появился тут, Петя, я уж не знаю, куда ты запропастился, появился тут этот самый Бельский. И сыграл он, Петя, ну, конечно, как всегда, бездарно. В общем, главную роль. Вот, только что. Ну, а ты, Петя, у нас талисман. Поэтому мы, Петя, Петечка, будем с тобой перебегать горящий мост. Текста у тебя никакого, но зато ты у меня 3 секунды в картине. Вот, заплатишь там за свет, за газ. Согласен? Знаешь, что, Александр Сергеевич, пошел? Знаю, Петь. Знаю даже куда. Давно уже там. Жаль. Да, время идет, а ты не меняешься. Ну, а другого я не ожидал. Ладно, Петь, жаль. Прощай. Прости, Петь. Мир Израильна! Да здесь я, ну здесь. А, вот здесь. Мир Израильна. Ты зачем его пригласила? Я приглашаю. Да вы сами мне названивали сюда. Да я по другому поводу звонил.
За какими нахрен ты инструментами убежал, а? Ну, ну все, артист, ты у меня доигрался. Все, все, ты уволен. Мне такие работники нафиг не нужны. Лучше бы не убежал. Я не понял, почему посторонние на площадке? Вы долго этот пост тащить будете? Полсмены его тащите. У меня режим уходит. Быстрее давайте. Ну а ты что встал? Челюсть уже вывихнула от зевоты. Извините, но костюм нужно передать другому дублеру. Пойдемте переодеваться. Пойдемте, пойдемте. Валера. Петр Алексеевич. Где-то я тебя видел. Слушай, ты не с нашего гаража? Нет. Нет? Я шофером работаю. Грузы вожу на дальних рейсах. На дальняк, значит. Туда-сюда, туда-сюда. Ты чё такой смурной, а? Жена, что ли, бросила? Да не переживай ты, ёлки-палки. Найдёшь другую, а? Их знаешь, сколько во Вселенной? А вы считали, что ли? Да некогда считать-то их мне. Время вышло. Так что сваливать нам надо с тобой. Отсюда по-быстрому, куда подальше. Это ещё почему? А просто... Просто... Кирдык всей этой вашей нашей планете через 13 часов. О как! В 5 утра. Занятный ты человек. Очень жизнерадостный. Прям как я. Да. Так, давай по этому случаю литр возьмем, поедем куда подальше. Душен, побеседуем. Я тебе такое расскажу. Это ж последний день Помпеи, ёшкин пистолет. Я расчет получил. Свободен, как никогда. Да? Да.
А меня тоже сегодня уволили. А поехали. Гори все синим пламенем. Ко мне, на дачу. Отсюда, кстати, недалеко. Только не литр. Два придется брать, чтобы все это пережить. О! И закусить чего-нибудь. Только ты мне скажи, там у тебя никого нету? Потому что я баб очень не люблю. С ними долгого задушевного разговора никогда не получается. Одни упреки. Точно. Упреки уже достали. Сейчас мне посмотрят ужасно. Да, мои родители тоже задолбали меня. Пока. Поки. Все, поки. Так, папочка. Callback later. Номер абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Яблоня? Не, груша. А-а-а. Яблоня там. Ага. А вот это вот, вишня. Внизу? Сам сажал. Да ты что? Да. Вот тут у меня клубника будет ремонтантная. Девчонки мои посадили. А вот там вот... Извини. Какая клубника? Ремонтантная. А-а-а. Ты что, с луны что свалился? Нет. Ну, которая снова зацветает. Как только первый раз соберешь, и плодоносит. Ты что, Валер? Интересно все это. Интересно. Я ж про эти ваши пестики-тычинки ничего не знаю. И зачем они, для чего, не пойму. Так я тебе все расскажу сейчас. Ага. Пошли. Там у меня арбузы хочу посадить. Да. Все говорят, не вырастет. А я говорю, мы не должны ждать милости от природы. Ага. Взять их у нее наша задача. Не должны. Не помню, кто сказал. Алло! Кто это? Кто? Звоните в понедельник! Рабочий день! Хоть! Кто смеется? А чего вы на меня кричите-то сразу? Привыкли там у себя на всех орать, понимаешь ли? Папа, пригласите к телефону, пожалуйста. Шпагина какого? У меня папа один, единственный. Женщины? Да. Они всегда спасают. Нет. Нет, я тебе говорю. Тогда, после съемок, я бы замерз в этом сугробе. Ладно, Светка. Она помощником режиссера работала, вернулась за хлопушкой. А тут я. Здрасте, вот он. Ну, поженились, естественно, да. Пить тогда бросил на время. Это плохо. Детей начал ростить, как говорится. Бывает. Жена у меня золотая. Терпит меня. Девчонки, вообще не нарадуюсь. Только что-то мне вот не везет в жизни в последнее время. Будь она проклята. Да ладно, а у нас... Ну, давай. Давай, на здоровье. Давай, закусывай. Ешь, угощайся. А у нас ничего этого давно уже нет. Понимаешь? Запрет на все утехи ваши. Мы, в общем, у себя не закусываем. И потому, соответственно, и не выпиваем. Мы телек смотрим с утра до ночи. А я ведь вот... Хотел бы быть артистом, как и ты. Да. А чё, у меня что? У меня получилось бы, да. А ты не переживай. Все у вас путем. Есть что выпить, есть что закусить. Разве не это в жизни главное? А? Ты так думаешь? Ты из Сибири, что ли? Пьешь как лошадь? Не-а. Я инопланетянин. А. С планеты Альфа Квадрат Рабла. Слыхал, наверное? А. А? Ага. Дело у меня здесь у вас на 100 тысяч, как говорится. Планету вашу, Землю, завтра съедать будем. А. Привет, мам. Иду. Моя
Надь! Надька, я тут вам всяких вкусностей накупила. Представляешь, зарплату дали. Угу. Фантастика. Вот, за грибами, как ты любишь. Отцу звонила? Звонила. Ну что? Ничего, уволили его. А. Как уволили? Как-как? Как обычно. Уволили и все. О, Господи. И где же он теперь может быть? Чё-то я давно так не смеялся. Хочешь? Хочешь, я тебя когда-нибудь устрою. По старой памяти. Я вижу, мил человек, не веришь ты мне, что ли? Ну, тогда смотри. Из какого ты цирка говоришь? Да из Химок я. Вернее, проживал там у одной. Временно, не очень удачно. Угу. Нам же запрещено с земными женщинами-то. Вот она от меня избежала. А прописан я на Альфа-Трабли, созвездие рыб. Я же тебе говорил. А ну-ка, о чем я сейчас думаю? Да ну и никакой не кофер пил. Ты вообще и кофе не пил, никогда не пью кофе. А я простой разведчик внеземной армии, готовящий вторжение. Абсолютно враждебный вам землянам внеземной цивилизации. Понял ты, дубина склеросовая? Не понял. А без хамства поясни. А, извини. Планета ваша, Земля, идеально подходит для устройства здесь пасеки для нанопчел, которые будут производить наномед. Исходное сырье для получения нирфила, топлива, позволяющего развивать сверхкосмические скорости. Чего тут непонятного, Господи Боже мой? Еще раз. Какого такого топлива? Нирфила. И земля ваша будет съедена с потрохами. А больше у вас тут жрать-то и нечего. Вот и угощай вас тут. По-человечески. Ты знаешь, у меня правая, как и левая. А знаешь, у меня вообще рук нету. Это все какая-то ваша человеческая оболочка. Я могу тебя порвать, как слон черепаху. А ты еще и безграмотный. Да надо чем? У него как творческий кризис, там и прячется. Не знаешь, что ли? Да какой сейчас к чертовой бабушке творческий кризис может быть? Когда дома жрать нечего? Это ты хотела сказать? Ай, семейный какой. Мам, ты его хоть любишь еще? Надо ехать на дачу. Ты гадкую водку пьешь, а? Я здесь. Ура! Ага, правильно. Давай, еще по одной. Ну, почему ты мне не веришь, Петюня? Я ж тебе правду сказал, вроде. Вроде? В огороде кислороде вроде.
Ты бы сам себя послушал. Со стороны просто несешь полный бред, как в том анекдоте. Папа сына спрашивает. Сынок, хочешь, я тебе самокат из этих брусочков сделаю? А сын говорит. А зачем, пап? Как зачем, сынок? Для чего вообще нужны самокаты? Будешь кататься по квартире, например, из кухни в спальню, затем назад в кухню, в кладовку заезжать, там, в ванну. Сын говорит, зачем, пап? Я и так могу. Ты чё? Блин, говорит отец. Ну ты так и скажи. Скажи, папа, ничего мне от тебя не надо, и вообще колал я вороным конем на твою отцовскую заботу. А сын говорит, зачем? Как зачем? Как зачем? Я тогда тебе глаз дам за такое вот твое отношение к родителям. А ну подожди, подожди, подожди. А может быть, ты сына и родины не любишь, а? Сюда смотри. А, не любишь ты родину-то, недолюбливаешь. По глазам твоим дурным вижу, недолюбливаешь. Ну, правильно, правильно. Воспитали мы с матерью гада на свою-то шею. Сами виноваты. Надо было тебя еще в детстве придушить. На одну сволочь в квартире стало бы меньше. А сын опять, папа, папа. Что, папа? Что, папа? Что, давно не виделись, да? Не узнаешь папочку-то родного? Да уж куда нам, да? Ты, он, отец родной, помирать будет? Ты же ему стакан воды не дашь. А сын ему тогда и говорит. Слышь, папа, достал ты меня. Сделай ты мне лучше этот самокат. Вот из этих брусочков. Ты вот это к чему? У тебя что, с сыном какие-то проблемы? Да, у меня и сына-то нет. К сожалению. Есть две дочери. К счастью. Не знаю. Что-то накатило. Отбесили, что ли. Накатило? Ну, хорошо. Смотри сюда. Сейчас тебе покажу. Кое-что. Чтоб ты сравнил свои заботы. Блин. С теми заботами, которые вообще в этом мире бывают. Понятно? И чтобы ты свое нытье интеллигентское засунул в одно место навсегда. Дай руку мне. Дай. Джим, на счастье, лапу мне. Не понял. А, тебе не надо. На. Задачу входило обустройство транспортных порталов возле атомных станций. Энергия нужна, иначе не долетят нано-пчелки-то наши. Сгорят в атмосфере. Так вот, подготовка завершена. Вторжение начнется завтра. В 5 ночи. Или утра? Утра. Утра. Слушай, а тебе что, жалко планету эту, что ли? Ты только что проклинал всю свою жизнь вообще, и эту землю в частности. Да, но ведь, в общем, я внучку очень люблю, и дочери, в общем, замечательные, да и жена, в общем, даже очень.
не хуже, как у всех. Ну, бабы все такие. Мирославу жалко. Да я сам во всем виноват. Все тянул, 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 тянул. Ну, подожди, ну, человечество, ну что, навоз, что ли? Нано мед, нано пасека это. Нафиг надо? Ну что ж, поправимо, а? Тебя забыли спросить. Непоправимо. А вот почему ты мне все это рассказал, а? Теперь я могу позволить себе немножечко расслабиться, потому что работа разведчика нервно опасна и трудна. Так что сейчас мы, как говорится, выпьем по-маленькому. По-маленькой? Чего ж делать-то, а? Не перебивай. И я сейчас тебе сотру всю память, и ты ничего не будешь помнить. Смотрел? Забыть все. 8 часов осталось. Давай. Слушай, а чё по маленькой? А давай по-большому. По стакану, а? Или чё у вас там? Только по маленькой все, а? У нас там не по-большому и не по-маленькому. Нечем. Ну и правильно. Хреновина ты всякой насмотрелся по телевизору. Вот мозгов-то и нету. Да, ты знаешь, тяжело на земле-то нашей грешной жить. Отступать-то некуда. Позади Альфа, Швабра, Канделябра. Ну давай, с Богом! Это круче Нерфила. Ну и ладно. А мне вот рассольчику в самый раз. На пыльных далеких нет останутся наши следы. Хорошо, что я пить бросил. Какая же ты тяжелая нанотехнология и нанопчелы. Черт. Опа. Спи. Спи. Разведчик, говоришь? Ну-ну. Холодная, склизкая, мерзкая тварь! Да ты с ума сошел? У нас сегодня что, пятница? Да. Ну, а по субботам инопланетяне не нападают. У нас с ними договор. Отдых-то нужен какой-никакой? Угу. Он, когда я лейтенантом работал, тогда все. Без выходных, проходных, пожалуйста. Угу. А сейчас, Петь, ну, таким пузом, ну, куда я сейчас побегу? А если они там что-то перепутали? Ну, ты помнишь, про дядь мне рассказывал из этих, из органов, а? Юр, ну ты же русский человек, а? Ну ты что, мне правда, что не веришь, а? Юр, а если это все правда, ты представляешь? Нас с тобой завтра не будет. Вообще никого не будет. Земли-то не будет.
вообще не будет. И будет все это, Юра, через 6 часов. Да верю я тебе, верю. У нас позапрошлом году и не такое было. Ага. Хотя, походу, не было. Точно. К Николаевичу надо ехать, посоветоваться. Только мы на работу ко мне заедем. Угу. Да так, угу. На пару минут. Конечно. Ага. Вот, ну ты здесь подожди меня. Только не уходи. Хотя нет. Пойдем, скажешь моей, что у меня срочный вызов. Точно. Открывай, я же знаю, что ты тут. Опять за свое. Я так и знала. А во что это ты вырядился-то? И что там у тебя этот забор повален? На, пивка тебе привезла. Небось, башка трещит. От вас отца мучим-то пахнет. Конечно, пахнет. Я всю аптечку выпила. Пока добралась. Страшно, темно. Темноты стала бояться. Трусихой становлюсь. Чего у тебя с голосом? С кем ты пил-то? С мужем вашим. О, совсем крыша поехала, ага? На нервной почве? Ай, раздвоение личности. И что это ты со мной на «вы»? Как с бывшим начальником своим. Настя-ка мне рассказал, что тебя опять уволили. Какая Настя? Дочка ваша, то есть наша. Ой. Ой. Ну, что ты так расстраиваешься, а? Да наплюй ты на все на это. Завтра пойду к этому полкану, сама глаза ему поцарапываю. Ой. Прости ты меня, Петя. Правда, прости. Запилила я тебя что-то последние месяцы. Довела он до белого колени. Прости меня, Петя. Так вот что-то думаю, жизнь идет. Мы с тобой лаемся. Как будто мы вечные с тобой. Ай, давай куда-нибудь с тобой сходим. В ресторан. А? Давай прямо сейчас. Я и деньги из заначки взяла. Вы моя спасительница. С вами хоть на рассвета. Чё ты ёрничаешь-то? Где край света, а где мы? Пойдем, говорю, сейчас же. А то сейчас зареву. Не надо слез. Идемте. Тогда, может, хватит этого поэтического вечера-то? Ну, что со мной все на вы-то? Хотя, приятно, как 25 лет назад. Не пойму его только. Чё с ним такое? Куда любовь наша делась? Ведь была ж любовь-то. Была? Была, наверное. Не помню. Вот то-то и оно. А пойдем, Свет. А хочешь, полетим.
Государственная дума одобрила в первом чтении президентские поправки в Конституцию, предложенные... Добрый день. Послания... Никто не обижает. Нас обидишь. Федор Кузьмич, на выход! Геннадий Николаевич, а? Извините, там к вам племянник ваш, не один. Говорит по-важному, срочно. Денег пришел просить или должность для кого-нибудь. Ладно, черт, все равно этого дармоеда люблю. Скажи, что подождал. Мамочка, мама, а как это мы здесь оказались? Как это мы? А что? Мама, а когда это я переоделась? Слушай, я столько выпила валерьянки, я ничего не помню. Не надо слов, вам. Бургундского. Что, романтический вечер продолжается? Ну, тогда была не была. Давай плесни Бургундского. Плесни. За. За. Здоровье. Да, пусть. Здоровско. Да. Ой. Слушай, нас тут не застрелят? Нано пчелы. Нано-мёд. Ты в каком сумасшедшем доме, говоришь, его взял? Дядь Ген, так это ж одноклассник мой, Петька Шпагин, артист. Угу. Нет, что он артист, я догадался. Ты еще про пионерский лагерь мне расскажи. Извините, я не понимаю, а вы откуда все про нас? Да погоди ты, Петь. Да, мы с ним в пионерском лагере. Не разлей вода. Ну да, с 15-го отряда. Да. Не рассказывай, я знаю. Надеюсь, вы Юра? А, конечно, конечно, дядь Ген, а как же? А, все как по учебнику, даже не сомневайтесь. По дороге на службу заехали. На 2 минуты. Да. Ну и вот. Все как у людей. Обустройство транспортных порталов. Вот. А еще он говорил, что... Хорошо. Пивка принесите, пожалуйста. А еще он проговорился. Если нам самим в это время на Земле отключить все реакторы, то они сами все сгорят в атмосфере. Вот. Простите, Юрий, что я снова уточняю. Угу. Надеюсь, вы не забыли? Да вы что, Геннадий Николаевич, ну как можно? Все как полагается. И на детекторе лжи, и, так сказать, более гуманными методами. Вот тут. Отлично, Юрий. Только, пожалуйста, обойдитесь без ваших анатомических подробностей. А вы, молодой человек, надеюсь, вы понимаете всю серьезность вашего заявления. Какой невосполнимый ущерб вы нам можете всем нанести. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok.
слышу. Вот это меня. По-моему, это вы должны понимать всю серьезность моего заявления. Моя совесть чиста, я все сказал. Тихо ты. Тем более, осталось каких-то 4 часа до конца света. Может, правда, Николаевич? Да вы не волнуйтесь так сильно, Петр Алексеевич. Не волнуйтесь. Мы везде и всегда успеваем вовремя. А ты нелегалом в Штатах будешь работать, если что. Уборщиком в Microsoft с соответствующим окладом. А не по коррупции, как сейчас. И вот что. Идите-ка, ребятки, подождите меня в парилке. Я скоро подойду. И сними с него наручники. Неудобно. Пожалуйста. Вон, порядочные люди смотрят. Официант! Не то. Это, Петя, не пломбир. Сейчас нет такого пломбира, как раньше. Помнишь, как в детстве был пломбир? Так пломбир, припломбир. Как ты думаешь, будет еще когда-нибудь такой пломбир, как тогда? Слушай, научи меня танцевать сегодня. Напоследок. Ты что, сдурел, что ли? Ты же танцуешь. Правда, что ли? Да. Хорошо, танцуешь. Здесь что ли будем танцевать? Здесь, ну, вообще музыка только уснуть можно. Ох, а где сейчас танцуют? Дети танцуют так, что музыка у них. А хорошие, Петя, у нас дети получились с тобой, а? Ты даже мне сейчас ничего не говори. Хорошие. Давай уйдем отсюда. Там барчик есть. Где? Пошли. Не боишься? Рулем. Здравствуйте. Добрый день.
Ночь на дворе. Или нет уже? Ночь, ночь. Какие-то счастливые. Я вас такими никогда не видела. А ну, подожди. Ты чё? А что у нас такое на щёчках? А, да, гормоны, пап. Только что заметил, что ли? Прыщи же. Говорю, надо мазями. Надо прижигать лосьоном. Так вредно же, как ты, вся в тебя. Ничего прижигать не надо. А как? Только ласка. Альфа, квадра. Прижигать лаской. Трабла. Ай, скажешь, Петя. Хоть записывай. Ты чё? Сделал, ты чё?
Ну вот, Надюш, теперь и ты счастливая. Почти как и мы. Мама. Правда? Угу. Прощайте, нету. Угу. Значит, лаской говоришь, да? Да. Это тебе подарок от меня. На прощание. Спасибо, папуля. Ой, ой. А почему на прощание? А потому что мы пойдем еще погуляем, а ты иди веселись с подружкой. Только недолго, поняла? И тут раз, смотри. Пока, родители. Господа, мне только что звонил русский президент и предупредил меня о чрезвычайной опасности, надвинувшейся над нами в частности и всем человечеством в целом. Через 2 часа, 14 минут и 15 секунд начнется крупномасштабное инопланетное вторжение, целью которого служит превращение Земли в кучку использованного и развеянного Вселенной энергетического пепла. Хорошо! 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 Целью ликвидации возможности перемещения вдоль атомных электростанций космических нано-пчел по выстроенным для этого порталам для создания своего энергетического нано-меда и с целью предотвращения вторжения инопланетян, русские предлагают отключить все атомные реакторы на Земле. Какие у вас, господа, будут соображения на этот счет? Будут ли еще какие-то другие, более конструктивные предложения? Костюмера, помнишь? Она еще по гостинице в сорочке по ночам бегала. А помнишь, как ты из-за меня с директором картины подрался? Но он еще зарплату мне платить не хотел. Да. Потом захотел. Система ПРО окажется обесточенной. Мы будем уязвимы для русских ракет. Это провокация русских. Мы категорически против. Вы хотите, чтобы я все это... Все, что вы мне здесь сейчас сказали, передал своему лучшему другу, русскому президенту? А ты помнишь, как ты в институт ходил за Верку заступаться? Ну, когда ее беременную хотели отчислить. Ой, а потом стекло пришлось вставлять. Это хорошо, первый этаж был. Ой, директор потом же полгода работал целых, пока его не уволили. Заразу такую! Ой.
своим сами-то верите, мистер президент? Они ждут от нас продуманных решений. И я никому не позволю сомневаться в их русской искренности. И никогда не было и не будет границ. И этой силе нам нужно еще долго и мучительно у них учиться. Бесстрашная я? Да. А? Бесстрашная? Да. А еще смотри. Да. Вот так. Осторожней. Оп, оп. Осторожней. Да. Держи меня, шпаги. Держу. Я ж тебе верю. Держу. Оп. Помнишь, как мы с родителями поругались? Я из-за тебя, помнишь? Да. А потом мать родилась. Здорово было, правда? Угу. Как-то все у нас с тобой хорошо получается. Верка, Надька, Любка. Хорошо. Правильно говорить. Вера, Надежда, Любовь. Ой, ой, ой. Простите, мистер президент, но как же тогда поступит Франция, Англия, Иран, наконец, которые так же, как и мы, располагают атомными электростанциями? Мой русский друг сказал мне, что у них уже 20 лет как существует кнопка, которая отключает все атомные реакторы сразу на всей планете. Как думаешь, Николаич, наши-то успеют? А? Наши-то везде успеют. Если сильно захотят. Твой-то совсем разморился. Это от сильных впечатлений. Мне каждый день приходится планеты спасать. Очень уже они впечатлительные. Люди-то наши. Слышь, Николаевич, а я думаю, если этот Валерка инопланетянин им передаст, что произошла утечка информации, они ж могут раньше начать. Или еще что пострашнее придумают? Не успеют. Там же все не русские. А
Я никогда, слышишь, я никогда тебя не брошу. Да, ты мне веришь? Веришь, а? Конечно, конечно, хороший мой. Мой маленький, мой зелененький, ты мой человечек. Чего ж ты так позеленел-то? Ты забыл, что совсем? Так, погреемся. Слушай, пойдем вот сюда. Как ты неудобно. Вот сюда. Нам нельзя. Почему? Да, светает, увидеть могут. И чё? Мне вообще уже пора. Куда тебе пора-то сейчас? Ты же первый раз-то, правда, а? Ты понимаешь, земля, земля, она в опасности. Я должен спасти землю, потому что я тебя очень люблю. Очень, да. Я тебя никогда не забуду. Прости, пожалуйста, я тебя так поздно рассмотрел. Я тебя очень поздно. Но я буду всегда с тобой, ты понимаешь? Да, да. И ничего, ты не поздно, и все еще ты успеешь. И очень хорошо ты меня сейчас рассмотришь. Давай-ка, ну-ка. Оп. Нас никто не увидит. А что-то сегодня, правда, как-то быстро печень. Может, еще разочек? Петя? Петюнь? Петь! Мо! Петь? Успел. Прощай. Теперь я должен спасти землю.
Подшпекал! А! Что горит-то? Горит-то? Чего горит? Люди! А? Да что горит-то? Он уже успел пропасть. Нифига себе. Ты хоть что-нибудь понимаешь? Не-а. Я с вами вообще скоро чёрхнусь. Мам, пропасть может йогурт Любкин, да и то не всегда. А папа от нас куда денется? Ой, мама моя. Мам, не плачь. Ой, а вот и Светочка наша пришла. Ой, дорогая, я так рад. Я очень по тебе соскучился. Да. Петь. Слушай, я так люблю. И я тебя очень люблю. И я вас тоже. Ну и я, если честно. Ой. Девчонки, а вы знаете, нам ордер на новую квартиру обещали. Правда? Обещали? Значит, дадут. Да. Ну, наконец-то. Любочка. А, я там, я там. Ну, Тони, ну, Тони. Это моя сова. На-ка, пока возьми. Держи. А, попробуй догони. Ну, Тони. Рельс какая, а. Тони. Все, как в сказке прямо. Да, как в кино. Ну, Петр Алексеевич, теперь вот это все ваше. Поехали. The Oscar going to Peter Spengler, greatest spaceman, Russia. Идем, Ванюк. Спасибо, что сняли кино. Спасибо. Продюсеру спасибо. Освятителю спасибо. Вот он, наш Оскар! Спасибо! Спасибо! Деньги по-вашему! Вот я! Это я! Кошмар!